Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми. Американская актриса Маргарет Деламотт. Маргарет Деламотт родилась 22 июня 1902 года в штате Миннесота. В 1918 году, когда ей было 16 лет, ее родители погибли в автокатастрофе. Она и ее младший брат были взяты под опеку продюсером Фротингемом, который скончался 7 лет спустя после взятия над детьми опеки. В ранней молодости Маргарет занималась балетом под руководством Анны Павловой. Сниматься в кино Маргарет начала в 1918 году. Дебют в кино – роль Лены из фильма «Аризон». Деламотт не смогла работать с появлением звукового кино и окончила карьеру актрисы в 1942 году, сыграв к тому моменту 62 роли. В 1924 году Маргарет вышла замуж за актера Джона Бауэрса. Вместе с ним она играла в фильме 1925 года «Дочери, которые платят». Причем по сюжету в конце фильма их герои поженились. Их брак длился в течение 12 лет и окончился 17 ноября 1936 года смертью Бауэрса. 50-летний актер утопился. Позже Маргарет вышла замуж второй раз. Ее избранником стал Сидни Рифкин. Они развелись после 4 лет брака. Детей у Маргарет не было. Маргарет была близкой подругой актрисы Барбары Ламар. Маргарет скончалась 10 марта 1950 года от тромбоза головного мозга Сан-Франциско в возрасте 47 лет. За свой вклад в киноиндустрию Маргарет была удостоена звезды Голливудской аллеи славы. Ну вот так вкратце, данных не очень много о американской актрисе Маргарет Деламотт. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.